Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушает с вами Юлия Мишка. Всем привет. Сегодня будет очень угарная игрушка под названием... Ростлер. Да, это GTA-шка в средневековье. Она вышла из раннего доступа. Давно уже слышал об этой игре. Она очень угарная, и хочу сразу же респектнуть за начальную заставку. Ребят, не поленитесь, посмотрите. С живыми. Да, очень клево. Здесь много, как говорится, всяких приколов из GTA-шек. Да вы уже могли заметить. Что здесь происходит? Всякий рэпчик. Чувак просто стоит и горит. Ладно, перейдем к самой игре. Здесь очень много прикольных сюжетных поворотов будет. Ну, начинаем. Вон уже чья-то жопа торчит. Черт возьми, моя голова! Похоже, я натворил дел, когда был пьян. Так, ты справишься. Тихо, не спеша. Левый, правый, левый, правый. Все, мы можем, естественно, ходить. Ну, это в стиле, на самом деле, ранних GTA-шек-то, ведь сверху. Мне нужно выпить один глоток или пять. Почему здесь так шумно? Так, все, потихонечку выполняем. О, в нашем стиле. Вот ты где, засранец. Ты думаешь, что закинуть корову на мою крышу было забавной идеей? Сейчас тебе будет не до смеха. Ты даже не представляешь, как громко ты только что подписал свой смертный приговор. Еще похоже, на самом деле, на Булли. Так, мы можем защищаться. Да, кстати, вон видно корову сверху. Фига, мужик что-то разозлился. Так, сейчас мы ему нарежем. Сейчас всекем ему просто. На нафиг, на кого напал? Так, потихонечку. Он уже, видишь... Так, сейчас разберусь быстренько. Так, нажимайте перед атакой, чтобы парировать. Парировать, да. Хорошо, сейчас мы разберемся. Давай, попробуем с тобой парировать. О, или не знаю, получилось. И зажмите, чтобы сильный удар был. Все. Ого, хорошо, хорошо, я сильно извиняюсь. Корове там даже лучше. Черт, я опаздываю на встречу с шефом. Быстро мы его прогнали. Такс, у нас еще есть, как его, лошадь. Где она? Ломбард. Я, в общем, когда немного бегал, смотрел, меня прикалывало, что в каждом городе своя музыка. Здесь вон есть огромная карта. Ага. Ого, там есть огромный город. Конечно, интересно смотрится. Точнее, в каждом поселении, с наверное. Большими домами. Так, все, понял. Так, все, у нас есть конь. Только не блевани, только не блевани. Так, а что мне, куда надо? Отправляйтесь надо... навстречу. Здесь тоже копы. А вон видно, я думаю, ты правильно. Перекраска вон вижу, это как его... Коня? Да. Вон трупики везут. Прокачка. Скорая помощь. Блин, а интересно миссия... О, видите? Ой, я все разнес. Послушайте, музлота. Вон, смотрите, Миш. Я вижу, вижу, сейчас. Все, у меня появилась палочка. Да, чувак, точно. Все, поехали. Да, битбокс это... Это рулит. Стародревняя тема. Передается этот навык из поколения в поколение. О, вот это помой. Чудотворцы бы одобрили, я могу сказать. Такое? Здесь можно прикупиться, я так понимаю. Если смотрели такой сериал. Ой, тоже, кстати, посмотрите обязательно, офигенно. Особенно второй сезон, он как раз посвящен средневековью, эта тема. Гай, ты идиот, ты опоздал. У меня были кое-какие личные проблемы. Ну, конечно, проблема стоит прямо перед тобой. У Бадди тоже похмелье. У меня нет времени на это дерьмо. Я хочу, чтобы ты украл лошадь одного рыцаря. Он остановился в городской чем-то там. Гостинице. Перекрась коня и доставь его в стойло Бадди. Перекрась. Так, хорошо. Так, сейчас. Я вспоминаю НФС-ку. НФС-ку? Ну, в эти... Пипец. Слушайте, вон, видите, там. Пошел да, в попу да, да. Король. Король, да. Ну, факт, короче, тут написано, да. Вы видите. Здесь и граффитисты. Да уж можно прям сразу сказать. Да, да я... Ну, кстати, это слово по-разному можно. Вот именно. Вон, какие-то объявления О. здесь. Розыск. Опять же, вон, музыканты. Вон, смотри, другое музло. То есть здесь, видите, довольно-таки Лёва. Наполненная игрушка-то. Ладно, я потихонечку забегаюсь. Здесь у нас буквально 4, даже 2 входа. Тебе еще чуть-чуть и все. Чего? А, доехать? Ну, да. О, авария! Эй-эй-эй, елки-метелки, у тебя страховка есть, поцик? Все в порядке. Проблем я, видать... не оберешься. Вот нормально. Сюда нам перемещаюсь. Надо. Перемещаюсь. Такс. Конечно. Здесь парковка. Парковка, блин. Мне немножко парковка. В другую сторону. Так-то. Я просто хотел посмотреть кое-что. Да, Миш, тебе в другую сторону. Хорошо. Тогда разворачиваюсь. Я просто когда смотрел, находил более крутого коня. Вот, но сейчас его не нашел. Мне очень жаль. Придется на моем перемещаться. Он, кстати, может быстрее перемещаться. Вот, видите. Это, видать, коп был. Надо мимо него поаккуратнее. Мы едем прямо
вот туда, куда нам нужно. Вот ого, он. Вот он. Наша цель. Наша коняга здесь. Точнее, она... Эй, это моя лошадь, урод! Уже нет. Все, удержите до галопа, для галопа. Все, мы сейчас стартанем как следует. Лишь бы не разбиться обо что-нибудь здесь. Все, за мной копы, ё-моё. Стартуем. Спокойненько, спокойненько. Не обращайте на меня внимания. Ого, ого, реально, где копы? Блин. Я их по карте видел так-то еще. Жесть, преследование, погоня, сколько звезд. Погоня, не знаю, не написано. Но он, слушай, не отстает. Это шедевр просто. Ну, угар здесь много, я так понимаю. Так, все, он отстал. Ага. На прокачку. Вау, это было быстро. Нет проблем, если хочешь избавиться от преследования, приходи к нам. Быстрая перекраска все решит. Прям как в GTA 3 San Andreas. Ой, да. Ну или как, и, скорее всего, в Vice City. И, по-моему, в гонках было тоже такая тема. Ну это уже Most Wanted 16-го года. Да, да, да. Такое не котируется. Так, доставить. Эй! Нет, не 5-го года, не путаем. 16-го. Так, мне каких-то сюда. Каких-то еще было. Ну, неважно, короче. Да, сейчас вспомню. Блин, я застрял тут. Мне на коне тяжело. Нам сюда. Может, как-то можно... Да мне сюда надо. Им как-то встать можно. Сейчас, погоди. А мне я что, настолько... тут же с похмелья. Все. О, ура. Еле-еле в натуре. Я отыграл роль на полную. Такс. Что теперь? Кого я вижу? Сам хозяин еле на ногах стоит. Не кричи, черт возьми. Что, похмелье? Мне бы помогла великолепная медовуха. Смотри, что я нашел в одном из карманов седла. Приглашение на большой турнир. Жаль, что я не умею читать. Не нужно уметь читать, чтобы понять, что в этом турнире можно выиграть половину королевства и руку прекрасной принцессы. Да, но это только для глубокровых сосунков. Мы не дворяне. Если только... У меня есть идея. Встретимся завтра и что-нибудь придумаем. Ёлки, тут замут интересный. Во-во-во. Так, сохраните, чтобы... Как его... чтобы идти домой, хотел сказать. Идите домой, чтобы сохранить. Ой, я что-то нашел. Какая-то тетенька. Так, чётко это золото. Мусло. А что это за тетенька? Стоять. Ты напился, как будто сегодня день рождения короля, и думаешь, что можешь просто прийти домой и завалиться спать? А, это женушка моя. Красотка. Поле само собой, само себя не вспашет. А, это боже, мама. Боже, мама, не кричи. Так, ну понятно. Женушка. Что-то она молодая какая-то. Да, мамки. Да. Ну, раньше-то в 13 лет можно было уже, конечно, спокойно рожать. Ну да, в принципе. Такс. Мне нужно сюда забраться. На коня. Нет? На коней, а, ну нет. Вот сюда. Так, все, жми X, чтобы начать вспахивать. Ого! Все, поехал. О, мини-миссия, это круто. Ёлки-метёлки. Это в стиле GTA-шки. Прям все как ну, надо. Тут надолго. Ну не, уже 20-ка, между прочим, спокойно. Пока я до конца доеду, уже все будет готово. Шикарно. Такая полосочка. Сейчас я вам нарисую, мама. Такое поле. Вам понравится. Начинаем за ворот. Так. К счастью, полную картину вы не видите, но мама потом увидит и поймет, что за поле здесь вспахано. Я вспахано, я не буду спускаться вниз. Окей. Блин, ну, к сожалению, придется, потому что у меня не весь процент. Блин, Миш, упс. 60%. Ну, ой, 60%. Я не знаю, что это такое. Ладно, надо испортить картину. Мы не знаем, что это такое. А, оно исчезло. Мы не знаем, или что нет? Это такое. Нет, не исчезло. Упс. Ну это просто заворот. Все, да, ладно, хрен с ним, достаточно. Такая. Ладно, все. Да. Мне действительно нужно поспать. Так, все, выходим. Завтра будет сюрприз. Или когда она придет на поле посмотреть? Ну-ка, Миша, я могу я драться думаю, с деревьями. Я думаю, она не НЛО, чтобы разглядеть. Сверху? Да? Ну я-то вижу. Да, ну подпевает еще, господи. Четко. Так. О, квест выполнен. Музло, сохраните. Четкое такое. Выберите в меню паузу. Такс, ну давайте, что у нас тут? Следующий... Общественный еще дальний есть. Бой, конный спорт, подбирать предметы. Ну, это тут полезно. А общественное что это? Психофан. Барды стоят меньше. Так, а у меня сколько копыт-то? У меня доступно 4. Это 2, то есть я могу... Блин, сейчас будем 100 лет здесь думать, чем нам. Короче, ну что-нибудь, да, и мне все, хватит. Потом все равно. Такс, мне нужно сохраниться, или я уже сохранен? Так, на всякий случай сделаем это. Такс, я так понимаю, мне нужно идти дальше. Да, удобно. А где моя коняга? Или мне далеко тут и не пришлось идти? А мне ну не пришлось ты далеко без идти. Коняги. Да, на своих двух, как говорится.
Ага. Особенности национальной охоты на рыцарей. Окей, отсылочки пошли. Гай, а что, если я тебе скажу, что ты можешь принять участие в большом турнире? Ну, по-моему, скажу, что ты балабол. Послушай, ты самый крутой ублюдок в королевстве, поэтому я знаю, что ты победишь этих жалких рыцарьков. Я работаю над планом, но сначала поезжай к шефу, он тебя искал. Что-то там срочное. Найди меня позже у моста и используй факел. Сегодня здесь чертовски темно. Ну, как бы ночь, наверное, все-таки, поэтому чертовски темно. Так, сам оружие менять хорошо. Так, а как мне конягу-то бы вот какую-нибудь... О, все нормально, вот, коняга. Проблема решена. Плотва на месте. Так, схопытник. Это да, то есть тачки так обычно, да, все время называются. Тут он так. Окей, немножко побуяним. Я могу, кстати... Тут работает. Да-да, сбить. Полицейский, что ли? Ё-моё! Так. Он нас... Делаем вид, что он нас не заметит. Все, мы быстренько слазим и просто общаемся. У меня для тебя есть работа. Я хочу, чтобы ты разобрался с одним рыцарем. Он разбил лагерь в ближайшем лесу, избавься от него. Зачем? Сейчас сезон охоты на рыцарей? Не задавай лишних вопросов, Гай. Для этого дела одних кулаков тебе может быть недостаточно. Блин, а за мной уже. Так, РС, чтобы прицелиться. Хорошо. Ну, опа она. Вон я их вижу. Ну он сейчас это... А, это он меня учит. Так. Смотри. Перезарядочка. Он увидел, что я тут шмаляю, и ушел, кстати. И, да, убежал. Так, ну, арбалет — это действительно тема долго. Все, готово. Отлично, ты убил манекенов, теперь убей рыцаря. Хорошо, я готов для этого. Блин, тут движуха, хорошо, что сразу. Мои люди поставили повозку для трупа возле его лагеря. Труп нужно будет отвезти могильщику. Фига. Ну вот, движуха сразу. Вот так игры надо начинать. Никакой возни, конечно. Никаких долгих обучений. Скандалы, сразу же движухи. Да, сюжет только ты. Не задавай лишних вопросов, иди и мочи. Вот все. Это по мне на самом деле. Устал я для этого. Запустил игру, хочешь отдохнуть, а тебе сразу же там заставки на час. Я что, фильм пришел? Тут хотя бы была прикольная заставка. Что, похож на абонент, что ли, я не понял. Такс. Он где-то в лесу, да? Вот. Опа-опа-опа. Ладно, это должен быть он. Ты кто такой? Я тебя не звал. Иди нафиг. Так, я понял. Вы кто такие? Мне я нужно вас не звал. Чисто уничтожить, да? Он даже, видишь, и не думает. Опа. Что за... Ты только что убил моего оруженосца. Если от этого тебе станет легче, я хотел убить тебя. Так, иди ко мне. Ой, у него щит. Ой, ведро, хорошо. Так. Сработало. Так, а как сменить оружие? Так, кулак. Ага, палка. Ну, это, в принципе, получше. Запомни мой кулак. Запомни мою палку. Ау! Ёлки, Миш. Чё-то это... Ой. Так, дайте мне арбалет. Просветление мы достигли. Вон там что-то сверху. Что это такое может быть? Ща. Вот здесь. О, щит. Это деньги. Это... Так, о, это... Пойдем за щитом. Блин, мне тяжело теперь перемещаться-то как будто. Все, тебе. Так, погоди, а как перезарядиться-то? Перезаряжайся, чувак. Он сейчас нас завалит. Как долго? Причем надо стоять. Этот дурацкий арбалет, это не дай. Во, давай. Ща. Все. Но только надо как-то попасть, он же, видишь, щитом прикрывается. Сейчас. Ща. Начнет махать, я стрельну. Есть. Мне нужна повозка, чтобы перевести тело. У меня теперь меч есть. Я стал куда круче. Да, ну-ка, меч, дайте мне его испробовать. О, фу. Так, пойдем за повозкой. Так, повозка, да. Но надо, ну, как, на коне, далеко, наверное, недалеко. Не далековато, значит, давайте вот так. Значит, что, мы вернемся потом. Слушайте, ну видите, уже первые проблемы были. Между прочим, могло все плохо кончиться. У нас сильно покоцало. Разборка питерская. Вообще так. Ага, ай, вот, ну, кони здесь были. Все, заходим. Ты что там такое? Как будет называться этот аппарат? Никак. Никак. Так, возьми целого рыцаря. Хопытная повозка. Окей. Так, все, мы пригнали. У него, кстати, конь покруче. Надо будет это. Так, возвращайтесь к повозке. Стой, а как надо... А может, надо заехать в эту территушку? Возьми, прокатись по нему. Теперь к могильщику. То есть, окей. Так, могильщик у нас где назад, находится? Назад, Миш, назад. Вон, вижу. Тебя видишь? Да, вижу стрелочку, но иногда бывает, видишь, всякие скалы или еще что-то, или заборы. Я тебя поэтому, понимаю. Как бы, ну, тут прям как бы GTA 2. Послание королю. Да-да-да. Так, парковка пустая. Все отлично. Музычка. Ой, простите! Короче, я еще тот себе. За мной копы. Так. Ай, он повозку бьет.
а там трупак у нас лежит. Так, можно отвезти? Блин, вот этот попадос. Все. Блин, какое прекрасное тело ты мне привез. Еще теплый. Ну да, это он про того чела. Как всегда, похоронить и забыть. И без вопросов. Конечно, если хочешь подработать, запрыгивай в свою повозку и привези мне еще трупов. Сейчас будет. У нас там есть. Есть на хвосте один претендент. О, он там. О, супер. Музло-то играет, все такое. Так, я должен... Как, у меня улучшение сразу, да, появилось какое-то. Из навыков мы решили просто потом я, как хочу, на ходу, на коне подбирать предметы. А, но да, это нужно чуть побольше. Вещь. Так-с. То есть подходим. Короче, открывайте. Мне нужно на мост... Но мне нужен аппарат, на чем я буду ездить. О, ну-ка. Бар. А что его попросить? Можно что-нибудь? Ну, я думаю, пока ой. Нет. Посмотри мои, на мои аккорды. Так. О, видали музло какое? Забабахлое. Это того стоило. Так, сударь, извольте подать мне мою... Лошадь. О, Мишка, о, это музло со мной теперь. Нет. Мишка, идем отсюда нафиг. Я хотел зацепить, ну... Музыкант, музыкант, блин. Адвокат, адвокат. Ты хочешь... Ой, смотри. На нафиг. Вот так вот. И так будет с каждым. Все, к сожалению, музло не поспевало за мной. Скорая выехала. Нафиг сваливаем. Так, что-то потихоньку. Он какой-то слишком быстрый. У него кони более прокачанные. Все, мне сюда. Ой, блин, Барда, нет, за что? Все, всех порезал. Мишка, все, ну быстро ты на задание. Шальной. Я не из тех, кто гадит себе в постель. Поговорим после того, как избавишься от охранника. Фига, там какой-то подарочек. Сейчас, подожду пока. А, вон два этих. Видишь, да, шлемы за мной. Два шлема из пяти. Так. Блин, идиот, за мной идиот. Прям. Ну, они это, тебя окружают. Это батл, это батл. Вы что, хотите поговорить со мной? Я сейчас разберусь с вами. Так. Ты будешь самым разыскиваемым преступником. Ну давай, 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 давай. Идите, идите, идите сюда. О, по классике. Ой, у меня вишенка. Ну идите, идите сюда. Это были его последние слова. Ну я зато как герой погиб. Блин, мне куда. Вон, смотри, пешеходный переход. Меня куда отправили-то? Я в городе. Да. О, слушай. Здесь красиво. А что с меня? Деньги вроде не отжали. Ну просто прервалось у тебя. Вот единственное, я теперь остался совершенно без коня, чтобы добраться до моста. Ну ничего страшного, в любой момент можно, только не в городе отжать. Так, ну я вот здесь сейчас выйду. Блин, ну... Может быть где-то на парковке будет. Да, или... да, да. Так, пойдем со мной. Все. У меня личный музыкант. Вон, смотри, смотри. Да, 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 отлично. Надеюсь, это не угон. Ну, все нормально. Пойдем, музыкант. Играй музыку. Он пойдем, он такой, ну спасибо. Не успевает, мог товарищ. Мне коня. Ладно. Лютик, блин. Лютик, да, не успел. Ну слушай, я его слышу. Прикинь, все. Я забыла эту великую песню. Чека на монету? Да. Вспомнил? А, все, да. Отлично, мы ее вспомнили. Так, парень, который знает парня. Гай, мы должны перейти этот чертов мост. Это единственный путь к столице и большому турниру. И как ты хочешь это сделать, только дворяне имеют право пересекать мост. Я знаю парня, который знает парня. Он волшебник, может подделать любой документ, даже свидетельство дворянства. Мы могли бы пересечь мост и выиграть большой турнир. Держу пари, ничего не выйдет. Ой, заткнись, умник. Просто найди Джона. Он бард, он отвезет тебя к фальсификатору. Также возьми меч и еще щит. У меня такое чувство, что это может тебе понадобиться, когда рядом будет Джон. Такс. Это вот мне сюда надо? Давай... Здесь не на что. Ага, мост закрыт. А коня отобрали. А, нет, ты... Нет, ты на месте. Мне показал. 3-7-6-7. Тут даже 9. Так. А куда мне? Отправляйся к Барду, все, я вижу. Окей, сейчас по мы к нему отправимся. Джон, аккуратно только, Миша. Да, я не хочу врезаться ни в кого. Нам не нужны проблемы. Да. Тихо, коп, ты че? So close. Вот мне интересно, вот этого чувака еще будет зацепить. Да. Так. Тихо-тихо. Пипец, а гидка тут есть. Да-да-да, о, все вот как он. Положено. Неважно, он играет. А вот это что такое? А это гонка, мне кажется. А, представь, нет никакого рая. Заткнись к чертовой матери, еретик. Понятно. Так, нажми, чтобы заблокировать. А что такое? А, в него кидают. А, блин, спасаем. Миш, ты четко уворачиваешься. Да.
Это была довольно сложная публика. Ты за автографом? Я хочу, чтобы ты отвел меня к фальсификатору. Это он, Барт, который чпокнул мою жену. Чего? Теперь к нему еще пристали. Давайте, давайте, идите сюда. Я, конечно... У нас Мишка, нас нету. Не пухнут? Да. Ща я им дам. Пошинкую их все. У меня же есть вот что. У меня есть... А где ствол? Так. Миш, его мутузят. Ща я с этими разберусь сначала. Все, так. Кто следующий на нас? Ой-ой-ой. О, неплохо, неплохо. Ща... Сейчас они познают гнев. Ой, прочувствует на своей шкуре, что испытала его жена. Вообще. Ну идите сюда. Минус один. Ты что, боишься или как? Иди сюда. Блин. Он такой дерзкий. Так, мне только палка тут. Вот все. Не лучший мой день. Да. И вот второй раз, когда спасаю твою задницу. И по этой причине я отведу тебя к фальсификатору за малую плату. Плата? Ты давно к стоматологу ходил? Эй, я и не просила помощи. Кроме того, выпивка и еда не бесплатно. Так, в общем, что теперь нужно? Нанять. Да, он, конечно... Ненавижу эту песню. Ой, а Миш, наш конь. Так а ты думаешь, он за нами? Так, можно... Другую конечно. Песню? Ага, все, что захочешь. О, все. Это да, надо... получше. Поезжай к фальсификатору. Ну ладно. Чувак, как хочешь. А он может... Не может, да? Да он, видишь, понятно. За ну нами ладно, бежит. Давай, давай. Вот он, это Барт, который украл лютню. Взять его. Вы заколебали. Ой, черт, если в этом городе кто-нибудь, кто не желает твоей смерти. Найди в городе разыскные листовки. Они развешаны везде. Эти идиоты забудут о нас, если мы их порвем. Пипец. Кстати, логично. Так, нужно разворот. Эй, а где этот наш? Все. Барт? Барт. Так вон за нами сидит у нас. Не видишь за спиной? А, блин. Так, а как их порвать? Можно просто их? Ой, иди отсюда. Иди нафиг. Так. Может, слезть надо? Так и... вот я слажу. Иди отсюда. Блин, конечно, кулаками, да. Я сейчас сдохну. Потрачен. Ёлки. К сожалению. Так, прерван. Квест провален. Ну, можно загрузиться в любой момент. Еще по одной. Ладно, мы пока на этом остановимся. Вот. Если вы захотите продолжение, оно будет. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.